Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент.Бай. В этом видео я вам покажу, как собрать противопожарный узел. Я его называю финск. Вот так выглядит противопожарный узел. Здесь минерит, затем у нас идет воздушная подушка, но воздушная подушка у нас получается с двух сторон за счет того, что профиль этой конструкции. И потом каменная вата. Эти узлы проверены, эти узлы уже стоят не на одном десятке объектов, и я пришел к выводу, что узлы должны выглядеть именно вот таким вот образом. А почему я его назвал финским узел, объясню, потому что это оригинальная кимберитовская панель Made in Finland. Мне захотелось назвать так противопожарный узел, потому что смотрю, сейчас модно уже стало, называют там своим именем. Ну, вот такой вот узел простенький, делается в течение часа-полутора, и узел, который реально рабочий. Ну, а дымоход здесь на этом объекте установлен. Ладно, подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть этот объект, потому что я его разделил на несколько этапов. И одно из видео, последнее видео, будет полностью именно по всей работе, сделанной на этом объекте. С вами был Дмитрий Михайлов, Коммент.Бай. Пока!